Так, значит, так. Что у нас имеется? Что у нас есть в наличии? Так, сейчас подумаем. Так, думай, голова деревянная моя. Ага, придумала. Так, значит, так. У нас есть дом. Это раз. У нас есть я. Это два. Два. Я бы даже сказала, два с половиной. Ну да ладно, ну что ж так. И остаются у нас еще вот эти два. Ну да, и правда, два. Да. Так что вот с ними делать, с этими двумя? Так, как их там зовут-то? А, да, Доминик и Маша, кажется. Ну да, Маша ее зовут. Так, надо пойти и выяснить вообще, зачем они нам нужны здесь, в нашем проекте, и чем они нам могут быть полезны. А то ходят тут мимо, вообще не занимаются делом. Все, так надо пойти и узнать все. Так, до... Доминик! Доминик! Где ты? Где ты, лентяй? Выходи, подлый трус! Доминик! А, вот ты где! Так, что это мы здесь делаем, а? Так, давай, ручки убираем. Так. Вы слышали? Вы слышали, да? Это он, видите ли, он работает! Интересно, на чем-то он работает. Послушай меня, Доминик. У меня к тебе важный разговор. Давай. Смотри, я решила, что у нас есть театр. Но. У нас есть я. А это уже почти два с половиной. И еще вот у меня остаетесь вот вы двое. Вот двое вас. Вот ты, вот и Маша твоя. И что? Ну вот я понятно, зачем нужна. Квартира понятно, зачем нужна. Для того, чтобы сделать театр домашний. А вы-то мне зачем нужны? Ну-ка. Вот зачем? Вот ты вот сейчас вот сидишь, вот и непонятно, чем занимаешься. Я почти спрацую, но... Так над чем ты работаешь-то? Вот скажи мне, пожалуйста, вот в чем твоя необходимость нашему театру? Вот чем ты можешь быть нам полезен? Я могу вымышлять титулы фильмов, там, генеральні темати спектаклю, могу робити декорації, могу виконувати ляльки, могу вас приводити з місця на місце, а ні, зараз не можна ще примішати. Але могу замовлення робити, рекламу ще можу займовувати, там ще в інтернеті, в сітях соціальних, вже це часу займує. Слушай, так значить, руководити все-таки буду я. Це дуже добре, мене устраиває. Ага, так ладно, хорошо. Так, это все? Вот так мало? Не маловато ли будет навыков, талантов, умений? Еще могу еще музыком займовать. О, музыка? Скомпоновать могу музыку до твоего спектакля. Слушай, это интересно, это я думаю, что нам полезный навык, нам пригодится. Mm-hmm. Ладно, хорошо, в отношении тебя вопрос снят. Сгодишься. Вот эта твоя Маша, она нам зачем нужна? Вот слушай, мы уже вот сколько уже дней ведем наш проект, а она же ни в одном видео не участвовала. Вначале только красиво поулыбалась и все. Вот зачем она нам нужна? Какой от нее толк? Скажи мне, пожалуйста, а? Ты певна? Конечно, я уверена. Так, давай-ка мы у нее сами спросим. Так, Маша, выходи, лентяйка. Толку от него нет никакого. А ты уверена, что от меня нет никакого толку? Ладно. Хорошо. Вопрос снят. Тоже сгодишься. Ну что сидим-то? Давайте работать. Всё. Нечего сидеть. Всё, работать.